Очень интересно. Подожди, подожди, про шею пока не говорим, он про трепанацию черепа. Ну что там дальше? Хотя трепанацию черепа, но это не лорган. А, тебе? Подожди, подожди. Это как ты помнишь, тогда я ударил инстасамца? А я болею этого разбитого, сушиста и ушумасина. Вот так. Я болею этого разбитого, сушиста и ушумасина. Да, вот это уже другой разговор. Мне уже нравится твой настрой. В принципе, неплохо. Здорово, пацаны. Здравствуйте. Ладно, сейчас. Ну как, ты готов? Да, да. Хорошо, готово? Запиши. Готов, всегда готов. Красавец. Все, хорош. Тебя как домой, да, извини. Азиз красиво работает. Спасибо, парни, спасибо. Все, готовьтесь. Все, готовьтесь, Азиз уходит. Давай покажем. Да, но у тебя будет для этого мало времени. Друзья, футбол продолжается. А дабы добавить азарта при его просмотре, можешь сделать свой выбор на победителя у моих друзей из OneX. Сейчас возвращаются все топ-лиги РПЛ, ЭПЛ, Серия А. Все матчи этих серий, а также множество других событий, акций и прочего ищи на сайте, ссылочка на который находится под этим роликом в закрепленном комментарии. Используй мой промокод Тарасов при регистрации, либо просто просканируй QR-код, который видишь на экране. Свинина, братан, ты что, это баранина? Скажи, мышцы. Заплывший, да, смотри, блядь, набрал. Вот, Никита, салон, разберись. Забрал. Все, ой. Аккуратно. Ой, Никита, сдаешь позиции, все. Нет, это я просто набираю, а он его... Сдайте месяц. Тихо, я снимаю. Азиз, скорее всего, возможно, Хитнет пару ударов, пойдет сразу в ноги, короче. Либо мы будем с ним работать стойки. Не будет такого. Вот я, нет, поначалу, я говорю, что вы мне это самое. Он не будет стойки. Да тише, дадим ему сказать. Он будет работать стойки, вы начнете кидать лоу-кики. Я видел, он их отрабатывал. И вот я его пойму, и буду ему накидывать. Просто делай бой и все. Я просто знаю, что сейчас будет дальше. А нас зачем ты позвал? Ты зачем? Мы сейчас один на один договоримся. Мы типа банда. Вы не мешайте, но надо будьте. Банда тут только один. Вы не мешайте, но я не будьте, понял. Боец тут там. Кто зельмом уходит? Ну и что, время. Не наше время. Погнали. Когда-то мы были все против друг друга, но сегодня мы в одной команде. Моя любимая часть. Победитель, в общем, ушумастер, да? Да. Расскажи, да, это вы нарабатывали вот это реально, то есть, ну, колено, конечно, я думал... Конечно, да ты что, не видел, что ли? Нет, ну, я видел, что вот, ну, прямо видно, что это было наработано, и прямо, знаешь, как говорится, отработано на 300%, потому да, что это... Да, вот все, что вот я сейчас, короче, я сейчас был в этой комнате, да, и все, что я делал, это только так прыгал, как только не прыгал, я уже прыгать, простите, я не буду гаять, но...
Вот, и это сейчас, я честно говорю, вот он идет, как-то оно, бах, само полетело. Я даже не, ну, сам, типа, ого, кто ее толкнул, думал. А теперь такой вопрос, ну что, ты будешь теперь в дальнейшем работать над своими коленями, на вот этими такими встречами? Потому что так всегда получается, что борцы, ну, дерутся с ударниками. Ты ударник, тебе дали борца, ты в дальнейшем планируешь это нарабатывать? Получается, да, конечно, получается такая ситуация, что ударник встретился с борцом, и я его смог победить коленом, соответственно, это ключ к победе борца. Вот, поэтому нужно этот ключ нарабатывать, отрабатывать еще лучше. И все, я буду выключать всех. Это красавчик. Я буду в стойке, мне в стойке сложно побить. Пойдем туда, а теперь еще в борьбу. Да я, кстати, бороться умею, как-нибудь поборюсь. Просто о, не спасибо тебе, это был лютейший нокаут. Да, теперь злой Тим, вау! Кулак. Новый бойцовский промоушен. Зрелищные бои, интересные локации, известные спортсмены. Все это и многое другое на канале Кулак. Переходи по ссылке.